Мы только сейчас были на первом этаже этого здания, это поликлиника Петербургского госпиталя. И намереваемся подойти к зданию управления, которое вот так прямо. Округа, вот как площадка здесь перед крыльцом выглядит, как зарастает. Уже мало что видно, в том числе не видно здание инфекционного отделения, которое так прямо. А вот видно здание, которое поликлиника. Мы были на первом этаже этого здания. 9 июля 2024 года. Петербургский госпиталь. Тепло. Даже слишком тепло. 31 градус в настоящее время времени. Начало 5-го. Ну, быть точным, 15 минут. Да, тепло. Завтра уже будет попрохладнее. Наверное. По прогнозу. Вот тут площадка как выглядит. Напротив. Что-то тут не зарастает. Грунт. В отличие вон там чуть дальше, напротив инфекционного отделения все заросло. Напротив клуба все заросло. Туда даже не подойти. А это вот здание, где размещалось руководство госпиталя. Мы подойдем ко входу. Поликлинику покинули. Вот видно уже здание руководства. Или управление, или штаб. Номер части по памяти не скажу. Вот тут вход в здание. Закрыт, к сожалению. Нам доступа нет. Туда. Ну, в окно можно влезть, конечно, но не полезем. Мы обозначимся, что мы тут бываем, помним. Вот мы обозначаемся вход в управление. Уж не знаю, вот я начал за воинскую часть, номер какой. Не знаю, было ли знамя в госпитале. Если был, то, наверное, здесь он находился. Здесь был кабинет начальника госпиталя. Замполит, понятно, штаб. Начальник штаба. Вон там забор, мы туда выйдем. Вон за спиной сейчас у нас вход. Вот поликлиника. Тут дорожка вот обрамленная бордюрами. Все здания на территории подготовлены к сносу. Все снято, оборудование всякое. Но надо сказать, что уходя отсюда, видимо, был договор специальный, видимо, не знаю точно. А все объекты на территории госпиталя были оставлены в полном порядке. Было оставлено все, весь инструментарий, все постельные дела там, какие койки, какое бельишко, оборудование. Все, что надо было оставлено здесь, в полной сохранности. Все, что было. Первое время это все охранялось тут. Это мы все возле стеночки идем. А потом охрану сняли. И все, что здесь было, ушло.
небытие. Ну, охрана тут заезжает, тут такой приходящий, уходящий. Охраняется, конечно. Вот здесь вот видно, что вазон, не вазон. Вот до ухода. У входа. Это мы видели, здесь была коробка распределительная. Да, подойдем туда, в сторону КПП. Попытаемся туда выйти. Это поликлиника. Мы были тут в первом нашем видео. Это здание управления, которое мы походили тут вдоль стены. Вон вход. На стенах текстов нет никаких. Ни нашкарябано, ни дембель, ничего нет. Зато есть животные. Тут животные. Вот тут хорошо себя чувствуют. Это ископано. Тут уже дикие кабаны были. Вот здесь, видимо, забор был. Или же это был, может быть, даже фундамент, где размещались оглядные пособия. Или же какие-то плакаты. Инструкции. Вот здание управления. Мы потихонечку идем в сторону КПП. Вот здесь. КПП прямо налево. А тут забор. Он уже мелькает. Забор. Гудят тут пчелы наверху. Стоянка велосипедов. Вот она. Видимо, многие приезжали сюда на велосипедах. Ну, кто-то здесь и проживал на территории. Тут общежитие, где жили медперсонал, проживал. На территории, также на территории жилой дом, который в настоящее время ремонтируется кое-как долго. Вот он, объект, где мы начинали видео. Это здание управления. Зарастает. Если не пояснять, ну как-то можно сориентироваться? Никак. Это крапива уже мне по грудь. Сердитая страх какая. Легко одет. Чувствуется. Вот мы вышли куда. А то дуб. Вот тут желуди видны. Вот здесь корпус, основной приемное отделение. А вот КПП, на которое мы вышли. Ворота КПП. Вот как это выглядит в настоящее время. То есть 9 июля 2024 года. Налево, на выход, там дорога, которая идет на Ютурбок вправо, налево Алтыслагерь, ну, минуя Нуислагерь. Дежурного тут нет. И вот как выглядит въезд. Дальше мы не пойдем с вами. То, что хотели, мы сделали. Мы тут часто бывали возле основного корпуса.
Это уже будет следующий раз. Зайдем поближе. Походим еще. Вот тут это здание управления. Вот тут также фундамент остался лесного. Тут были наглядная агитация. Так можно сказать, плакаты. Транспаранты. Корпус основной. А мы завершаем наше видео. Посмотрели мы в этом видео здание управления. И сюда вышли на КПП. Петербургский госпиталь, 9 июля 2024 года. До свидания.